Есть в мире очень много человек, которые находятся в депрессии, в отчаянии, и они задают вопрос, а для чего мы живем, почему мы живем? Есть такие, которые кончают с собой, есть те, кто кидаются в наркотики, короче, творят все, чтобы найти, и не могут, и попадают в разные всякие ситуации. Весь мир находится сейчас в таком самоанализе духовном. Для чего мы живем? Почему мы живем? Стоит ли жить? Стоит ли терпеть? Если да, то в чем мы живем и что нас может наполнить? И так далее. Обо всем этом люди размышляют, пытаются скрыть эти вопросы от самих себя, но в сущности все больше и больше, все лучше и лучше видят, что это невозможно. Необходимо найти ответ. Это уже признаки галута, изгнания. Вот так человек приходит к самореализации, как человека, Адама.